За следующие 3 года власти Барнаула потратят почти 30 миллиардов рублей. Сегодня депутаты обсудили параметры бюджета краевой столицы до 2018 года. Они рекомендовали утвердить следующие суммы. Прогнозируемые доходы барнаульского бюджета в следующем году должны составить более 8 миллиардов рублей, а в последующие годы вырасти до 10 миллиардов. Плановые расходы городской казны, в свою очередь, составят чуть меньше 10 миллиардов. Таким образом, по предварительным подсчетам, в следующем году дефицит бюджета составит 400 миллионов рублей, а в 2017 и 2018 годах чуть больше 500 миллионов. Добавлю, что такой дефицит не превышает установленные законом нормы.